Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком уровне команды «Казань». Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Состав команды гостей. Если мы не пропустим, мы не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атак. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но... Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком уровне команды «Казань». Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Состав команды гостей. Если мы не пропустим, мы не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атак. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если... Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком уровне команды «Казань». Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Состав команды гостей. Если мы не пропустим, мы не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атак. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если... Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком уровне команды «Казань». Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Состав команды гостей. Если мы не пропустим, мы не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атак. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если... Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком уровне команды «Казань». Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Состав команды гостей. Если мы не пропустим, мы не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атак. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если... Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком уровне команды «Казань». Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Состав команды гостей. Если мы не пропустим, мы не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атак. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если... Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Как вариант продолжения напрашивается навес. Защита первая на мяче, вынос. Есть на фланге пространство. Здорово он играет. Команда «Казань».
Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Состав команды гостей. Если мы не пропустим, мы не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атак. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если... Отличная погода у нас, отличный стадион. Все условия для того, чтобы и матч получился на таком... Состав команды хозяин. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Состав команды гостей. Если мы не пропустим, мы не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атак. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если... Отличная погода у нас, отличный стадион. Все условия для того, чтобы и матч получился на таком... Состав команды хозяин. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Состав команды гостей. Если мы не пропустим, мы не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атак. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если... Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Как вариант продолжения напрашивается навес. Защита первая на мяче, вынос. Есть на фланге пространство. Здорово он играет. Состав команды хозяин. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Состав команды гостей. Если мы не пропустим, мы не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атак. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если...